Алексочка, сядь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. Сегодняшнее наше видео с оригинальной озвучкой. А все потому, что вы просили послушать разговор капуцина. Тебя почесать? Тебя почесать? Зачем ты ножничками так делаешь? Дай маме ножнички. Сядь на место, доешь кашку. Какая у меня Лекса умница. Какой умный ребенок у меня, да, Лекса? Лекса умный ребенок. А где кушать надо, Лекс? Где кушать надо? Иди сюда кушать. Кушать надо за столом, да? За столом кушать надо. Вкусный банан? Ой, какой вкусненький бананчик. Собери. Ну-ка, собери нам пирамидку. Ты какая умница. На тебе банан. Лекс, а что там у тебя? Дай маме. Маме отдашь? Не отдашь? Ну и зачем ты мне там дырочку делаешь, Лекс? Лекса, что ты делаешь? Там и так уже дырочка, но и комарики съедят. Тебя почесать? Тебя почесать? Ложись. Ложись, почешу. Вот так почесать? Йоко, иди к нам. Давай мы тебя почешем. Кто у нас хорошая собачка? Йоко. Почесать? Почесать тебя? Почесать? Лекс, почесать надо? Да. Вот так?